Сегодня азербайджанцы всего мира сплотились под знаменем победы. Письма благодарности продолжают поступать в адрес президента Ильхама Алиева. Пишут все от мала до велика, как из самого Азербайджана, так и из-за рубежа. Уважаемый господин президент, как гражданин Турции, я горжусь Азербайджаном, вами, армией. Я очень счастлив. Земли Азербайджана освобождены. Сбудется моя мечта побывать в Карабахе. Спасибо, победоносный верховный главнокомандующий. Уважаемый господин президент, мы, граждане Турции, гордимся вашей решительностью и мужеством не меньше азербайджанского народа. Мы рады, что у нас есть такие братья, мы всегда с азербайджанским народом. Хочу передать вам и народу Азербайджана свою бесконечную любовь и уважение. Победа за Азербайджаном! Уважаемый господин президент, победоносный верховный главнокомандующий, приветствую вас из России, выражаю вам искреннее чувство благодарности. Мы с нетерпением ждали каждого вашего выступления с новостями об освобождении наших оккупированных городов, районов, поселков и деревень. Спустя 30 лет вы заставили нас улыбнуться. Вы проделали большую работу. Народ Азербайджана гордится вами. Мы всегда рядом с вами. От себя лично и от имени всех азербайджанцев, проживающих в Омской области, благодарю вас за то, что подарили нам радость великой победы. Желаю долгих лет жизни и крепкого здоровья. Да здравствует азербайджанский народ и наша славная армия. Карабах – это Азербайджан. Господин президент, верховный главнокомандующий, я была очень рада услышать ваш приказ об освобождении наших древних земель от врагов. Вы еще раз доказали всему миру силу и мощь нашего народа. Моей радости сегодня нет предела. Мой сын пропал без вести в 1992 году в боях за Зангеланский район. Я была очень счастлива услышать, что земля, за которую сражался мой сын, освобождена от врагов. Да здравствует наша армия! Да здравствует наш президент! Уважаемый господин президент, приветствую вас от имени турецкого народа. Выражаю свою любовь и уважение. Мы искренне поздравляем азербайджанскую армию с победой. Все тюркские народы не забудут вашего героизма. Да здравствует Ильхам Алиев, да здравствует азербайджанская армия, да здравствует братство азербайджанского и турецкого народов.